Здравствуйте. Магазин NSK-Фон.ру приветствует вас. В моих руках смартфон Star H9008 на новейшем процессоре MTK6592. И вот его замечательный результат. Давайте посмотрим на результаты тестов подробно. Так, теперь инфа об устройстве. Это информация по датчикам. Так, рейтинг. Давайте сравним его с Samsung 4. Так. Немножко проиграли. А именно 500 баллов. Так, где мы лучше? Существенно лучше. В целых числах и в числах, плавающих запятой. И мультизадачность у нас еще лучше. Гораздо лучше. Так, проиграли по графике. Но не смертельно. Вот такой вот результат. Так, теперь давайте посмотрим другие тесты. Так, ну мы его сейчас попробуем прям вживую пройти, не на марк. Мы стабильно держимся возле 50 без каких-либо провалов. Тест короткий, 50 кадров в секунду. 3D графики он нам обеспечивает. Это более чем достаточно. Так, и еще скажем VLAMA. Так, вот у нас результаты. Давайте посмотрим наше положение. Наше устройство между Samsung 4 и Xiaomi Mi 2S. Результат 1950. Это то, как он будет работать в интернете, в браузере. Измеряется скорость сравнительная. Ну что ж, спасибо за внимание.